Это была самая обыкновенная серия ARK Survival WoW, пока я не нашел новую для себя пещеру, про которую мало кто знал. Я вошел в эту пещеру. Она была полна тайнами и загадок. Наконец я нашел новые материалы. Это были кристаллы, которые можно было добывать. Мы прошли тут через многое. И вдруг я нашел новые ходы, никому неизвестные. Видел стаю летучих мышей. Захотел подойти ближе. И тут случилось нечто. Что за чушь произошла со мной? Где это я? Что это за мир? Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутенбалт, а мы сегодня с тобой будем играть в ARK Survival World. Но не обычная ARK Survival World, а с новым дополнением Aberration. Это уникальное новое дополнение от разработчиков, чтобы игру нам сделать интереснее. Теперь мы с тобой познаем новый уникальный мир. То ли он космический, то ли он подземный, еще непонятно. Ну что ж, я захожу на сервер и приступаем. Так, ну что ж, мы с тобой на сервере очередном по ARK Survival World Aberration. И что же я первый вижу? Вау! Что это за зверек такой? Я тебя в трейлере видел. Лампадок! 95 уровня. Положите в инвентарь еду, чтобы покормить. Такой забавный. Так, ладно. Нам в этот раз с тобой фартануло. Мы, походу, уже сразу возле воды жить будем. Твою мать, спинозавр! Нифига себе, изи место, сказали мне. Спинозавры живут, а вы говорите изи, ну хотя бы вода есть. Так, ладно, погнали сюда. Прыгай. Скорей. Интересное место. Красиво, кстати, смотри на эту... На эту классную картину. Вообще уникально, не правда ли? Ладно, давай пойдем дальше. Сюда запрыгнешь? Скажи, что да. Эх, не хочет вот сюда прыгать. Как так-то? Нехорошо так. Ладно, давай. Поплыли. Тут обычно всякие опасные звери должны ловиться. И вот это меня пугает. Что там такое? Там какой-то краб. Непонятный. Здоровый краб. А мне пофиг, я все равно плыву. Вдаль. Самое главное, что тут есть вода. Вот сейчас вот. Без воды... я подох бы. Так, тут есть вода. Так. Вот, наконец, вижу сушу. Надеюсь, это суша, это жить. Твою мать. Зверюги новые.
Ладно, тут уже что-то база. Давай еще дальше проплывем. Повышение уровня на потом. Тут нам лучше с тобой не жить. А куда, кстати, тот пес делся? Непонятно еще, вау. Вот это круто. Вижу какую-то новую базу у нас с тобой. Да и хорошо прокачанную базу. Твою мать, кто? Пиранья? Серьезно? Изи Лейк, говорят мне. Да я не пойму, какой это Изи Лейк. Это нифига не изи. Давай сюда. Это вообще нифига не изи. Бля, опять спинозавр. Вот чё ж ты будешь делать-то? Людей много. И собаки, кого только нет тут. Какой уж это изи-то? Так, давай. Поехали. Так, ладно, не сможем. Переплывать надо грибочки. Давай соберем хоть что-нибудь. И да, нам надо прокачать уровень. Может быть, лучше прокачать скорость. Открою я костер и топор. Да. Давай собираем кустики с тобой. Так, вот опять грибочки. Грибочки, золотистый гриб. Ну-ка еще давай. Погоди. Дай мне грибочек. Вот это. Водянистый гриб, отлично. Только водянистый гриб, он нифига не будет тебе давать воду. Это доказано. Так. Этот куст я что-то не могу добыть. А во. Отлично. Давай, доплываем. Вот, идеальное место. Вот это вот я понимаю. Сейчас вот тут, может быть, с тобой построимся-то возле берега, на берегу. И все у нас будет нормально. Только надо с такой очень интересной изюминкой, чтобы нас хрен заметили. Давай посмотрим. Можно, в принципе, и вот тут. Вид, кстати, хороший. Можно попробовать. Так, это дерево. Грибная древесина. Ну ладно, грибная древесина. А мне надо обычное дерево, хотя с тобой грибная древесина, видишь, тоже заходит. Так, мне надо камень, 10 соломы. Соломы с тебя есть? Давай, 10 штук соломы мне набей. Офигеть, целое дерево снес, вот мужик. Так, это что, это камни? Нет, это не камни. Так. Давай, еще мне соломы. Так, это уже 10 соломы, да? Да, это 10 соломы. Мне надо с тобой, короче, камень найти. Камни, камни. Камни. Вот этот камень. Где камни? Вот это вот точно камень. Все, шикарно. Есть кирка. Так, теперь мне надо с тобой кремень, опять солому. Ну, это, в принципе, можно. Надо понять, какой гриб что делает. Их можно бодрящий на вкус. Вот он жутко убавляет нам воду с тобой. Что делает водянистый? Водянистый ничего не делает.
Ну вот золотистый, запомни, он у тебя будет отбавлять воду. Liberation. Тут под водой вообще живет, офигеть. Странно. Так, давай, строимся. Буду я еще соломы нам с тобой в новом мире. Так, добыли. Отличненько. Что еще мне нужно было? Мне еще надо было. О, грибочков-то сколько. Сейчас давай с тобой посмотрим. А кремень. Вот это вот пойдет за камень? Не, не пойдет. А тут вот еще ищи. Где что находится? Вот, кстати, заметьте, есть тут и обычный наркобериум. Так, вот что-то зверей, правда, не вижу. Это обидно, но пока. Так, вот ты будешь добываться. Вот, вот. Кремень, камни. Давай добывайся. Кремний мне побольше, пожалуйста. Вообще, добавление уникальное. Вот честное слово. Очень хорошо затягивает. Нифига из такого маленького камня металл еще выпадает. Круто как. И даже другая музыка, другой таинственный сюжет. Меня, если честно, песчаные земли не так сильно впечатлили, как Aberration. Поэтому я на него и перешел. Это очень интересный сюжет. Так, вот с грибочков мы можем набирать с тобой волокно всякое. Всякие грибы разные, разные, разнообразные. Так, давай. Набираем. Сейчас скоро level up будет. Да, реально, уникально. Первый раз вижу, чтоб с грибов собирали волокно. Фух. Так, что нам дальше надо? В принципе, все у нас есть для жизни, но нам надо бы открыть хотя бы соломенный домик. Хотя бы соломенный. Без этого нам с тобой никак. А пока имею маленький левел, давай что ли пока... Вот, отлично, второй левел. Оступай сейчас. Нам надо скорость еще раз скачаем. Тут бурдюк обязательно. Тканевая рубашка. И все. Ну ладно. Так. Давай вот сюда с тобой пройдем. Это мы где сейчас находимся? Мы находимся на 20-30 мы с тобой находимся возле водички. Ровно на 20-30 запомни это место, чтобы мы смогли благополучно вернуться с тобой домой. Как ни крути, надо сейчас сходить посмотреть, что тут нам жить. Надо будет чем-то питаться на первое время-то. Так, у кристаллы какие-то странные. Очень интересно. Туман. Кто идет? Видишь кого-нибудь? Не-н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 е
Карнотавр, блять. Отъебись от меня, пожалуйста.
О, доказано, карнотавры боятся плавать. И быстро оттят ебутся. Вот что с этим говнюком-то делать? Он же мне сейчас жизни не даст. Так, ладно, было страшно. Нифига, вот смотри, пишет. Изи место возле реки жить. Какое же оно изи место, когда тут такой пипец творится. Изи место, тоже мне изи место. Так, а кстати, тут можно было пройти? Сейчас выясним. Нам надо просто на что-нибудь нормальное поохотиться. Так, а да, мы ж могли тут выйти и не встретили бы того, чего, этого карнотавра. Так, ну давай, светлячки. Светлячки, это не еда. Это доказано. Так, самое главное вернуться домой. Это у нас 20:30. Так, что-то начинает там сверху падать. Что это падает? Непонятный какой-то барьер тут у нас стоит. Это у нас падает дерево. О, да неужели я нашел еду? Неужели? Неужели я нашел двух дудо? Наконец. Просто, чтобы жить, надо дудо прибить. Так, давай. Наверное, киркой лучше. Да. Мне просто побольше мяса желательно. Так, давай еще. Еще, отлично. Блин, нафиг мне кожа-то? Так, это что такое? Зеленый самоцвет. Для чего они нужны, пока непонятно. Так, иди сюда, 80-й левел. Давай еще. Замочим дудоку. Отлично, и как раз повышение уровня. Это же круто. Так, вкачаю здоровье в этот раз. И... да, вот. Фундамент. Двери, соломенная стена. Соломенное перекрытие с дверью мы сейчас сделаем потом. Изучим пентаграммы эти. Так. 20:30. Ну давай, пошли. Я не знаю, есть ли на этом сервере русские. Но часто их, соответственно, тут мало. Найдешь? Так, давай, идем. Идеальное место я выбрал. Идеальное. Так. Это тут? Не вижу нифига. А прикол это не тут. Так, ну да, это не тут. Сюда подойти. Как так вышло то, что я опять потерялся? Факел бы тут сделать, было бы легче. Так. По-моему, это тут светлячки вон летают.
Вот ночь тут коварная штука. Не то, что коварная, коварнейшая. Нифига ничего не видишь. Так, где я в конце-то концов? Вот вижу здоровые деревья. Это тут на меня Карнотавр напал? Ой, да неужели то самое место? Я его нашел. Так, ладно, давай. Здесь пройдем с Карнотавром. Нам лучше не связываться. И вот я тебе сегодня открыл тайну, он не будет за тобой плыть, он сдастся. Бесит, что нифига не видно вообще. Так, давай. Хорош, Карнотавр. Он решил подойти прямо к моему дому поближе. Что с ним делать? Ну, точнее, к моему будущему дому. Так, давай сработаем по стелсу. Стоп, факел. Факел не могу делать еще. Может, он меня просто не увидит. Мне должно фартануть, ну, надеюсь. Чё с факелом? А, факел мне еще, наверное... А, ну вот, он же открыт. Позвольте мне сделать, пожалуйста, факел. А, вот он, да. Сорян. Так. Отличненько. Факел. Теперь я вижу... больше. Так. Вот тут будет домик, скромный домик. Давай добудем, что ли, грибная древесина. Так, фундамент 4 штуки бы сделать. 4 штуки фундамента для нормального домика. Давай, отлично. Кстати, если ты ждешь новых серий Subnautica или там по какой-то игре, пожалуйста, напиши в комментариях. Я буду тебе благодарен за то, что ты своими мыслями делишься, за то, что ты мне говоришь, чего ты нового хочешь. И просто за честность, просто я должен знать, чего вы от меня сейчас хотите видеть. Так, давай. Еще солому надо было. Я уже сколько там наделал? Фундамента 2. Давай еще соломки. Немножечко. Давай, руби. И вот возле этой соломы я, короче, сейчас сделаю. Короче, сейчас поставим фундамент. Раз, два. Так вот, бюрдюк с водой тоже надо сделать. Полезная вещь. А, и самый-то важный костерчик. Камень. Камня на костер не хватает еще. У нас еще с тобой не хватает камня на костер. Так. Давай. Начинаем строиться. Раз. Раз фундамент. Два фундамент.
Очень странно то, что он не хочет строиться. Ну, конечно, тут, наверное, просто неровная местность. Это где поровнее, значит, нам надо ближе. Ближе вот сюда, давай. Раз. Два. О. Пошло дело. Три. А чё сюда ты не хочешь продвигаться? Не, вот сюда вот он никак не хочет продвигаться. Непонятно, вот вообще непонятно ничего. С этой поверхностью. Так, давай, вот здесь. Вот идеально ровная поверхность. Которая ближе к смерти. Ладно. Надеюсь, тут построится. Давай еще раз, два. Только на две штуки уже хватает. Сейчас опять добывать придется. Поставь, пожалуйста, вперед. Да неужели ты поставил? Так, ладно. А с фундаментом сейчас позже. Нам надо с тобой солома. Солома нужна сильно. У меня еда-то, надеюсь, не вся испортилась. Нет, не вся, еще есть надежда. Мы должны с тобой мясо пожарить, чтобы с голода тут не помереть. Так, у меня же этот level up. Здоровье вкачаем, откроем тебе. Соломенное перекрытие, соломенное двери. И больше ничего. И больше ничего мы с тобой не откроем. Так. Давай, солома, добывайся. Карнотавр пришел. Говно. Эдакое. А стопа, вот же камень. Че я парюсь-то? Вот честно, добывай себе камни на костер. У меня там хватает? Да. Все у меня хватает. Так, костерчик его бы. Ну давай где-нибудь сюда скромное место такое. Отлично. Ой, какой разрушить-то, стой. Мясо. И кого бы сюда еще засунуть? У меня грибная древесина была вроде. Или обычно. Ну давай засунем это. Пусть у нас мясо варганится. Сейчас еще дерево добываем. Нам там что надо для четвертого фундамента? Дерево, солома. Грибная древесина, так. Солома сейчас у нас будет. Вот как от него избавиться? Ну вообще тут не в тему. От кого он убежал? Он дебил? Ты куда, бля? Не, он не полезет сюда. Вот хуй тебе, не умеешь плавать, не суйся, блядь. Кривень. Какой-то краб здоровый. Эх, мне ведь недолго. Давай с другой стороны обойдем. Сука, и он туда идет. У меня ж плавать-то я умею, но недолго. Да, за всю серию у меня еще никогда не было то, что надо будет сражаться нам
с каким-то карнотавром. Ну, карнотавр это для начала-то серьезный такой соперник. Никого выгнать отсюда. Уходи, нечисть. Ради всего хорошего. А, я же делал фундамент. Мне надо соломы и пожрать. Давай солому, солому, добыться. Солому, пожалуйста. Побольше так соломы. Так, ща, братан. Сейчас ты покушаешь. Воды нет, тратится вода. Не, ну конечно мне проще было возле водоема появиться, потому что я не знаю, как тут по-другому с тобой добывать воду. Я только знаю то, что вода тут высоко. Давай сюда сначала. Так, нормально. Сюда и сюда. Кушать, скорее кушать. А то чувак уже подыхает. Так, древесинка жарится, все нормально. Давай строится. И бердюк скрафтим. Так, давай. Ставим. Отлично. Ух, карнотавр, а? Вот что за пипец. Мне конец. Так. Ага, так, нам надо с тобой, значит, еще сделать... соломину эту дверь, типа, точнее соломенный входик. Давай сделаем так. Нужно дерево, просто дерево. Тут заблудиться элементарно. Так. Так, этот мы сделали. Стеночки. Мир уникальнейший. Просто уникальный мир. Очень завораживает. Я не жалею то, что у меня теперь есть это добавление. Со светлячками всякими. Так. Карнотавр, да надеюсь, оттуда упер. Да, вот, наверное, на протяжении многих серий мы будем с тобой бороться с карнотавром. Так. А, ну что ж, давай. Ставлю дверный проем. Отлично. Ставлю сюда стеночку. Сюда стеночку. Сюда стеночку. Так. А теперь надо бы сходить попить. Только хотел сказать, сходить попить. Ну, видимо, хрен. А не попить я получу, я смогу. Да, вот бердюк. Если что. Давай по стелсу попробуем. Вдруг он не заметит. Вдруг он тупой. Конкретно. Мой страх и риск. Наполнить. Так, и воду. Так, отойди подальше, пожалуйста. Давай, отходи подальше. Вот пусть он подальше отойдет, пожалуйста. Так, отлично, отошел подальше.
Бля, вот это вот сопротивление на протяжении всей игры. Ждать, когда уйдет гадкий карнотавр. Так. Стопы-то нажарил мясо. Алло, ты где? Да, конечно, он мясо нажарил. Он не все, конечно, но нажарил. Так. Надо опять сходить нам. Сейчас волокна скоро не хватать будет. Короче, добыча ресов. Конкретная добыча ресов на дом. Надо закончить с дома. На этом можно будет спокойно завершить серию. Очередную серию ARK Survival Evolved. Так, отлично. Это я надобывал. Это добудем. Давай, добывай, добывай. Не ленись, а добывай. Так, отлично. Добываем. Так хорошо добываем, я даже сказал. Так, только хотел сказать, неужели утро наступило? Но это нифига не так. Тут по большей части темноте, по-моему. Просто темноте. В этом красивом мире. Так. Еще ни разу тут на наркоманские грибы не натыкался, но мне повезло, значит. Так, листрозавра надо будет приручить, наверное. Самое главное сейчас запомнить, откуда я шел. Куда пришел. Так, ну давай. Рубим. Дерево срубим много. Так, давай. Что тут у нас? Еще. А что ты не рубишься? Почему это дерево не рубится? Это, наверное, какое-то особое дерево несломимое. Несломимое дерево, на котором что-то строить можно. Так, давай еще. Дерево побольше. Что это было? А, кристалл! Нифига тут падает. Вот это вот мне нравится. Обсидиан и кристаллы с неба падают. Это круто. Вот это вот мне нравится. Это не как в обычном марке, там что-то искать, ждать. Это пользуешься моментом и все. У тебя все добро есть. Дерево падает даже не то что. Сколько добра-то падает. Так, во. Кристалл. 5 кристалл. Это рай, это понимаешь, это рай. Я могу на начальном уровне на мелком собирать кристаллы с обсидианом. Это вот рай. Интересно, так-то его как добывать? Не знаю. Давай еще. Камень ресурс. Дерево ресурс. Камень, дерево подберем. Кремень. Да, это было сейчас круто, конечно. Так, что мне надо? А, солома. Солома нужна. Да поскорей. Кто там ходит, я не вижу. Нужна солома. Солома, солома. Пчелиный улей. Круто. Так. Я думаю, тут я найду солому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бердюк. Спасай.
Там воды уже вообще у меня не оставалось. Это что за динозавр? Кротокрыс. Ёб твою мать. Пожалуйста, не напади на меня. Так, вроде он мирный. Но это не точно. Что у вас тут происходит? О, не-не-не-не-не, рапторы. А как я там дерево-то пропустил? Взял деревья, пропустил, сюда пришел. Так, бегать мы не будем, потому что из-за бега у нас быстро вода тратится, а запасной бердюк с водой я уже израсходовал. Давай сейчас так добудем с тобой. Соломы. Так, давай, добывайся. Солома. Воу-воу! Нет! Опустошитель? Что он тут делает? Хрень какая-то загрызла, даже не знаю, что это за штука. Так, это я где? Это я... Ёб твою мать, нет! Воу. Это фиаско. Ё-моё, это забавно, я даже так бы сказал. О, да неужели я выбрался? Зараза какая-то взяла и грохнула. Карнотавр ушел. Это хорошо. Нам надо быстрее на место моего трупака. Сейчас вернем мои вещи. Так, давай, 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 давай. Так, вот и мой трупак. Что за опустошитель это был? Что это такое? Оно большое? Или маленькое? А. Ясно, это волчары. Так, давай, 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 тихонечко. Все, теперь уебываем отсюда. Сука. Сука. Гандоны. Ладно. Предлагаю нам с тобой продолжить в следующей серии. Все-таки я пока попробую доделать кое-как дом, потому что уже серия идет долго. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорых встреч. С вами был Пумпау, всем пока.